Что со мной произошло? Ты умер. Умер? Да, и завис в своей тоске. Я же только что, меня вот только что девушка бросила, я еще это... Ну да, потому что у тебя жизнь закончилась, ты предал самого себя, и вот ты сейчас в этом страдании навечно. Ты ничего изменить уже не можешь, творить ты не можешь. А найти ее я могу? Ну ты найдешь, но ты ничего поменять не сможешь. Только в теле ты мог меняться. Я буду смотреть, как она с другим мужчиной, там, да, как они заводят детей, живут. Ну, у тебя будет ровно год, когда ты можешь понаблюдать, а потом ты уйдешь совсем в другие измерения, и все. И там буду страдать? Да, и там будешь вечно страдать. Какой кошмар. И изменить ничего ты не сможешь. Ужас! Да, полная безнадега. Вечное страдание? Конечно. Ты сам последнюю точку выхода из жизни фиксируешь навечно. Нужно ли тебе такое? Ну, я даже сейчас думаю, что, например, мне дадут следующий шанс, я вернусь в жизнь. Ну, не факт. Ты можешь там через тысячи лет не дождаться со своих... Да, через миллиарды. Но даже если мне дадут следующий шанс, я вот думаю, Как ты воспользуешься? Я же не знаю, как в счастье вернуться. Вот же проблема моя в чем. Я не знаю, как вернуться в состояние счастья. Ты забудешь все. Ты забудешь все, что с тобой было, и у тебя опять будет перерождение в маленького человечка. И опять по новой. И внутри и ты будешь потихоньку вспоминать. Буду бросать. Да. Пока ты не обретешь счастье внутри себя. Ну так я так и не понимаю, как обрести счастье внутри себя. Мне, конечно, все понятно. Очень спасибо. Радужные перспективки вы нарисовали. Но понимание, ну, то есть, как обрести счастье внутри себя, непонятно как. Ну ладно, буду мучиться вечно, что им поделать, раз такая фигня. Обрести счастье внутри себя. Как это? Если бы я знал. Я умер, так и не поняв, как это. Ну, хорошо, давай проиграем новую жизнь. Давай.